Инструкция по эксплуатации подъемника Genie GS3246 с рабочей высотой 12 метров. Для того, чтобы запустить подъемник, нужно вытянуть на себя кнопки аварийной остановки на пульте и на самом подъемнике. Далее есть два варианта эксплуатации. Ключ вправо – это эксплуатация с подъемника, непосредственно с вот этих органов управления. И ключ влево – это эксплуатация с пульта, который находится вот здесь. Так, попробуем с пульта. Переключили. Табло загорелось и написано Ready. Указано количество моточасов. Итак, для того, чтобы эксплуатировать подъемник с пульта, джойстик отвечает за движение подъемника. То есть для того, чтобы осуществлять какие-то манипуляции, нужно зажать заднюю часть и двигать подъемник вперед-назад. Для того, чтобы управлять колесами, надо нажимать кнопки наверху подъемника. Для подъема непосредственно есть два варианта. Быстрый подъем – это зайчик, и черепашка – медленный подъем. Для того, чтобы поднять или опуститься, нужно зажать кнопку режима любого и одновременно с этой кнопкой нажать вверх или нажать вниз. Соответственно, есть сигнал и есть черепашка. Это для подъема на какой-то уклон. Для эксплуатации подъемника непосредственно с нижней части, с нижних органов управления, по сути, все то же самое. То есть вы зажимаете кнопку, зеленую кнопку, и точно так же раз и вниз точно так же. Вот и все.